Кубок Кюров – это очень здоровское, как сказать, мероприятие. То есть я бы не сказала, что, наверное, ну, это как шоу. То есть это больше какой-то инициативы, хочется больше показать. То есть мне нравится выступать вот именно, ну, на Кубке Кюров, потому что все-таки софиты, и цвет, и ночь, и как-то, ну, это очень здорово. Слушайте, у меня молодая, ну, вот Вентура, ему всего 8 лет, выступает он первый сезон. Ну, вот, музыку я придумывала сама, мы подбирали очень долго, чтобы, ну, было очень, ну, ему подходило. Ну, он, конечно, немножко волновался, потому что он первый раз выступает ночью и при свете. Ну вот, как-то, ну, он справился с собой, мы вместе справились. То есть он большой молодец. Дальнейшее у нас, мы едем на командный чемпионат России, на международные соревнования в Новый век на следующей неделе.